огромные линолеумы, рулоны такие просто безумные на огромном, в таком, я не знаю, как сказать. Здравствуйте, друзья! Сегодня обалденная батарея для огромного трехтонного погрузчика. Купив одну такую батарею, он сэкономил более 1 000 000 рублей. Сэкономил, да, вот казалось бы, хотя она стоит дороже 1 000 000 рублей. Перед нами 80-вольтовая батарея 420-ка. Взамен трех штук гелевых. Вы можете себе представить 520-ок? Трех штук. Обо всем по порядку. Заряжаем. У данной батареи нестандартное исполнение. Блок управления с датчиком стопыт, который подмаргивает зелененьким, находится сбоку, потому что плотность упаковки весьма большая. Элементы проварены нашей классической лазерной сваркой, установлены в 2 яруса. У нас здесь конфигурация 24S, 4P. У нас 3, 3, 6, 12S и нижний ряд 12S, то есть 24 последовательно соединенных элементов. Классическая сборка, балансировочные провода, датчики температуры, их очень много. Элементы зажаты в модуле, в блоке, то есть они никуда не денутся. Можно играть как на пианино, все прокручено, зафиксировано, за исключением верхней крышки, все прокручено на специальный, не раскручивающийся, специальный такой компаунд. 2 яруса, соединение силовыми шинами из 3-миллиметровой стали, боже мой, алюминия. Такое интересное исполнение, визуально посмотрите. Дальше, что мы имеем? Силовая конфигурация, зарядный разъем 320, провод ровно той длины, который нужен заказчику, то есть батарея не подразумевает, что она будет из техники выниматься. Силовой разъем для техники длиннее, он вставляется вот примерно вот в эту часть, то есть вот в этой части. Дальше крышка боковина открывается, достается зарядный разъем и заряжается непосредственно здесь. Что мы имеем здесь? Коншину 1 на зарядном разъеме. А на разрядном разъеме коншины нету, потому что техника, как бы заменяем свинцово-кислотную на литий-ионную технику. Вот такой вот дисплей у нас есть на приборной панели, хороший. Общее напряжение, уровень заряда, показатели по напряжению, но они уже избыточны для инженера, им достаточно для оператора смотреть только на уровень заряда. Тут есть ток. Хорошо, что по этому дисплею можно в том числе зарядные все показатели смотреть и контролировать температуру. Вот она, 24-23 градуса по сенсорам. Среднее, минимальное напряжение, ну так чисто, фетиш. Дальше наша любимая электроника, силовая часть до 600 ампер на разряд, до 250 ампер на заряд. Вот, есть потенциал на подогрев, датчик тока, он уже соединен с датчиком стопот, красненький, он там горит, заложен. Блок балансировочный непосредственно здесь, достаточно удобный, простой доступ, все в гофре. Повышаем внутреннюю защиту от микроперетираний. И дальше что? Дальше 5-миллиметровый корпус, если вы обратили внимание. Потому что нужна масса. И вот это все, вот эта часть нижняя, это балласт. Ее видно. Потому что балласт весит просто нереально много. Вся батарея весит 1 200 000. Очень тяжелая батарея. Европалет крепит под ней Нура. Балласт весит отдельно 800 кг, наверное, вот здесь вот нижняя часть, потому что такое требование, иначе техника может кувыркнуться вперед, мы этого не хотим. Сам корпус, чтобы вы знали, в себестоимости корпус стоит вот этой батареи 260 тысяч рублей. Вы скажете, фига так дорого. Вы когда посмотрите стоимость листового металла, она сейчас составляет 96 тысяч, а потом посмотрите, сколько здесь лазерной резки, нарезки, покраски, порошков и покраски, слесарки и прочих вещей, вы поймете, это с МДС сумма, вы поймете, что сумма абсолютно адекватная. Есть уши для вертикальной транспортировки, в принципе, тут с этим все хорошо. А основания модулей, вот эти черные, они служат некой такой распорочными балками, то есть ничего туда не сожмет никогда, плюс уголок
здесь установлен тоже. То есть, в принципе, жесткость во всех координациях очень хорошая. Давайте теперь перейдем к выгодам. У клиента была батарея 520 гелевая. Заряжалась она 12 часов. И из-за того, что это гель с допустимой глубиной разряда всего 60%, а здесь 95%, энергозапаса батареи было очень мало. То есть хватало на мало. Я позже сделаю обзор, насколько стало хватать по новой батарее. Думаю, клиент будет очень счастлив. Мы ожидаем, что выработка на одной батарее по моточасам просто в два раза вырастет. А за счет того, что здесь 150-амперное зарядное устройство, 150 ампер, и достаточно хорошее внутреннее сопротивление всей сборки, плюс избыточное количество датчиков температуры на каждом модуле, они гарантированно есть, да, мы получаем, что готовность к смене у такой батареи всего 3 часа. А 3 часа – это просто шикарно. Тогда можно убирать сменные батареи, убирать зарядную комнату, убирать аккумуляторчик, который по стандартам должен ее заряжать. Всего одна зарядная станция. Зарядная станция может обслуживать до 3 батарей. То есть, в принципе, если постепенно перевести весь парк техники, да, то зарядная станция в какой-то момент будет сильно избыточной, если одна к двум. Мы собрали таких батарей 2. Одна у нас здесь, вторая в коридоре стоит. Вот такие, друзья, плюшки получает клиент. Надеюсь, ему будет очень хорошо от нашего технического решения. С вами был Александр Логинов, команда «Энергоэлемент». Всем пока!